На территории заповедника У-3 должны были установить радиолокационную станцию. Однако вместо нее там вырос элитный коттедж и пирс для яхт. В СМИ и в народе это строение прозвали дачей Сердюкова. Одним из ее застройщиков оказался зять бывшего министра Валерий Пузиков. Более 9 гектаров зеленой территории Большого Утриша под Анапой принадлежат компании City Engineering. Фирма выкупила участок у Минобороны якобы для строительства базы отдыха. Военная прокуратура обратилась в суд с просьбой ликвидировать сделку. Ведомство считает, договор купли-продажи был незаконным. В то же время суд рассмотрит еще один иск, связанный с данным объектом, на этот раз Росимущество. Агентство просит признать право на землю за Российской Федерацией. Вся территория обнесена высокой оградой и колючей проволокой. А раньше на этих пляжах отдыхали и жители, и гости заповедного уголка Анапы. Активные строительные работы прекратились сразу после скандала с оборонсервисом. Сейчас на объекте постоянно дежурит сторож с собакой, охраняет, чтобы не растащили дорогостоящие строительные материалы. Вадим Родин, Анапа регион.